ценообразование на газ в Российской Федерации ничего не имеет общего с рыночным ценообразованием. После того, как правительство отказалось от принципа равной доходности, были изобретены формулы, которые, в общем-то, примерно, в которых можно сказать, что там скрещены коэффициенты круглые с зелеными, там же пресловутые... Игорь Юрьевич, только вы так больше никогда не говорите, что они имеют ничего общего с рыночным ценообразованием. Хорошо. А то Улюкаев не сможет работать с некоторыми коллегами. Хорошо. Просто будет невозможно. Хорошо, Владимир Владимирович. Но хотелось бы, чтобы это было рыночное ценообразование в полной мере. У нас рыночное ценообразование. Понимаете, рыночное. Хорошо.